Здорово, народ! Всех приветствую на канале Мэттью Кидман. Сегодня я после 2,5-месячного перерыва зашел наконец-то в легенды Неверленда. И первое, что я увидел, это вот этот вот паровозик Томас, который катится по этой арке. Появляется из воздуха и исчезает. А куда он исчезает-то? Давайте проследим. А вдруг? Они вокруг? Ну да, просто в воздухе растворяется. Очень много деревьев, елочек из Лего. Тут какая-то коллаборация с Лего или коллаборация там с игрушками. Или, может быть, не дай бог, с Майнкрафтом. Что странно, да. Появилось очень много всего. На самом деле, прикольно, мне нравится. Графика стала чуть получше. Также появляются периодически, я вижу, разные события, в ходе которых можно выбивать разные прикольные штуки, тратить. Ну, тут уже каждому на свое усмотрение. Появилась куча разных фей. Вот фея Лотос, вижу, что водная, ни разу я ее не видел. Куча временных событий, куча разных обменов, шмоток. Но я думаю, что люди, которые играют уже на протяжении полугода, всем нравится. 100%. Так, что я еще не видел? Так, ну с громом понятно, гром я видел еще 2,5 месяца назад, он был. Тут какой-то толкатель сладостей. Не знаю, не работает этот толкатель сладостей. Давайте посмотрим, я видел новую фею. Вот, фея-гвоздика. Что за фея? Фея земли. Что она дает? Скорее всего, силу земли, похоже. Ну давайте. И скорее всего, силу земли. И геморрой проходит очень быстро. Перейдем на арену и посмотрим, на что же она способна. И вообще, насколько полезна эта фея в бою, либо в PvP, либо в PvE. Так, мы поняли, кто ты такая. Давай, листаем дальше. Угу. Понял. Очень интересно. Так, насколько я помню, сейчас необходимо убить троих мобов. После этого уже можно спокойно испытать бафы, дебафы новой феи на деревянном манекене. Так, это первый, следующий Хиличурл. Вот такие ваншотные боссы, скажем так. Денгер. А что тут денгер-то? Они же ваншотные. Окей, вот появился манекен. Теперь внимательно смотрим на этот манекен. Я нажимаю на гвоздику. Она кидает... скилл, она кидает лужу, и лужа дает запрет на уклон. Раз, два, три, четыре, пять. На 5 секунд. Запрет на уклон на 5 секунд. В принципе, неплохо. Я думаю, что для PvP вообще отлично. На вот этом хрустальном фронте кидаешь, ну, ставишь, получается, гвоздику в пару там с другой феей и закидываешь. У тебя плюс 10 к защите. Ну и запрет на уклон. И вливаешь весь в дамаг просто в этого в своего врага. И все будет у вас отлично. Да, прикольно. Выходим. Давайте посмотрим дальше, что еще интересного появилось. Так, хрустальный фронт. Угу. О, много разных отображений. То есть раньше такого не было. Так, путь меча, инцидент изгнания. Продвижение реликвии бездны. Реликвии бездны я не видел. Бездна грома видел. Остроцветник видел. Досуг. О, задания гильдии появились здесь. То есть раньше их не было. Турнир Лиги гильдий. Вот это я не видел. Я даже не знаю, что это такое. Так, мир мрака понятно. Угу. Ну, также собираешь активность, открываешь... задание гильдии, там, сходить, принести то, собрать это, первое, второе, третье, автомат Гасипон, все то же самое стоит, те же самые NPC. Вот, еще увидел, что я очень сильно откатился в рейтинге, стал 89-м. Хотя каких-то 3-4 месяца назад я был на 5-м месте, если не ошибаюсь. Ой, нечаянно. Не знаю, наверное, сейчас я выключу запись видео и пофармлю ежедневки, скорее всего, да. В целом, убью на это время, да.
Возможно, в будущем еще запишу. Но периодически буду заходить, записывать какие-то обновления, какие-то интересные. Если вдруг игра меня снова зацепит, то как бы вернусь. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем пока.